Всем привет, друзья! Мы играем в Google Maps, судя по тому, что мы его украли. Так, что делать? Имери тащит, как обычно. А я так. Так, ну что ж. Я возьму капюшона. Брощура капюшона. 85 Подожди, а ты какого дракона поставил? Я лечу. Укажи путь. Бывает, на старуху. Так. Первая аура. Вторая аура. Вот это вторая мне особо нравится. Хотя первая еще хуже. Ты оставил бы что сейчас? Все равно отбиваться. Так что, шлем жести, да? Чтобы не доигрывать до 28-й. Давайте шлем как хотим, кроме 10-й. Ну, на 10-й, 20-й вообще не шлем. Ну, жести, и уже небось там Хермит стоит, да? Не, у меня ничего не... Да-да, давайте на первый, не, ну, там, как бы, крестьян, все-таки на первый. На первое изи. Я против зрителей играл, я им, короче, ну, подкопил дерево, на седьмой отправил по урсе каждому, по хермиту и по кадо, и вообще никого не пробил, а сам протек. Слушаю. Воу-воу-воу. Ничего себе вы лакеры, слушайте. Телеги всякие настроили. Ну, так, изи. Карпио, хату карпио, тут у нас, нам же негде взять. Так, ну чё, на первую не шлем, тогда вам хермита ко второй отправить. Не, ну в смысле, я вам крестьян послал. Ну, а я буду жесть отправлять. Не, я-то не... Ваши-то крестьяне, мне пофиг. Я буду... Не, ну просто снова играть до 28-й, и чтобы потом... У кого больше медведей. Здесь чё, вполне реально здесь? Отбиваться с жести. Тем более, у вас каждая волна 10 лет отбивается. Тебе кажется? У меня, по-моему, проблема. Какие? Мне видеодрайвер обновился. И чё? Чё теперь? И теперь я смотрел в черный экран. Ну зато мы тебя слышим. Ну не аудио же драйвер. Да, логично. Лол, лол, лол. Ну чё там отбиваешься? Лол, да чё ж такое-то, а? А, блин, вы видите нашу карту, я хотел... Типа я протек такой. Ну, Дима, теперь баланс. Раньше мы чуть доминировали, теперь баланс. Да, у нас вообще баланс с черный экран. Так, нормально, я думаю, рано или поздно это закончится. Ну, волник, 28-й опять-таки. Я думаю, надо просто пошаманить, и все пройдет. У черного строителя черный экран. Если пошаманить, то ты должен взывать к силам ветра земли. Да, и, возможно, к силам земли. Еще дополнительно. Доктор Попов, любитель огурцов. Блин, у меня, кстати говоря, профессор в университете Попов, фамилия. Попов? На самом деле умный чувак. Он радио не изобрел случайно? Нет. А что же он так? Умный чувак, а радио-то не изобрел. То есть, по-твоему, все умные чуваки только радио изобретали? Ну, понимаешь, это первый шаг в их карьере умного человека. Можно садись на диванчик пока. Сударь. Пройдите на диванчик. Ты смотрел это видео? Да, не смотрел. Вот Соловьев очень нравится, любой баян можно показывать. Она, если что, из вежливости говорит, не смотрела. Так, ну короче, у меня до сих пор проблемы. Прикольно. То есть ты ничего не поставил, у нас 300 вылет еще на двоих. Ну, мы отобьемся, я думаю. Да иди, что там как раз мой хермит поспособствует. Да. А где он, кстати? Да, он идет там. Придет рано или поздно. А, не, ну пофиг, это два дракона, чего вы прибедняетесь-то, лол. Так даже прикольнее, фарм никто не стеляет. Капитана поставил, можно ливать. Ну, точнее, не ливать, а черный экран. Так вот, Дима меня, значит, использовал. Да. Ну, я бы не отказался от такого, на самом деле. Просто тупо капитан и фарми. Так, в смысле, я его и взял, чтобы он только капитана устроил. А, ну вот, в общем-то, и все. Подожди, вот теперь как бы у меня вопросы возникли. Он тебя использовал. Блин, вообще-то эта херня что-то противная очень. Все равно. Противно. У тебя драконы разделены медведем, фиг ли. Драконов надо строить рядом. Ты не построил рядом, из-за этого потерпел. Потерпевший просто. Потерпевший. Вот что ты там с экраном твоим? Все очень плохо. Плохо, что очень плохо. Ну, можно, конечно, переиграть, но у меня тут профет с арчами, так что я готов засчитать это за ваше поражение. Потому что профет с арчами это...
Я скорее поверю, что Сережка такой: Арчи! Так, черный экран. Так, ребят, все. Чё-то не работает. А, и мышка не двигается. Я вас не слышу. Я, короче, пожалуй, в ребут уйду. Чего зайдешь? Пошел ты в ребут. Вот так вот, да, значит, я не буду эти больше капитана строить. Что-то я тут, пока игра идет, я грейды делаю. Путь к победе, похоже, это ваш. Не, этот грейд, мне кажется, лишний. Так, ладно, сейчас я компьютер быстренько перезапущу. Ну, давай, быстренько. А мы будем переигрывать? Ну, будем, наверное, что. Ух ты, халявная ж тема. Ладно, закроем. Warcraft. Ну, я в этом видео прикольно пошутил, я не хочу перезаписывать. Я же прав не говорю. Ну... Видос операция не может быть завершена. Видос не отключать, просто не понимаешь. Видос. Видос, попадос. Шарики. Зрители поймут, а школота-то не поймет. А ты не можешь паузу там, ну, на паузу нажать? Я... То есть потом продолжить в этом же видео. Это слишком сложная функция. Остановить запись тут есть. Это останавливает я запись, понял. Как подсказывает кнопка. Кнопки. Ну так давай пока поиграем, пока он там тупит. Рассказывай. Ну, давайте. Ты ливанул уже. Да не, я тут. Да я уверен, что ты еще и захочешь продолжить, потому что халява, что? Ну блин, не, ну они одни эти не отбиваются, на самом деле. И зимани. Так, че, о, еще висп. Ну тут понятно, у фермы не хватает, лол. Так, шарики. Постройте ферму уже. Двоюродный говорил, постройте ферму. Нужно больше фермы. Ну, Вол, ты что-то строишь какие-то странные темы? Ну, я наркоман. Не можно. А что там третья волна? Я волна. У меня уже лол, у меня 8-2 сейчас будет. Ну, у меня почти тоже. Третий, четвертый нужно, наверное, драконов. Может, кстати, за Арчей будет сыграть в следующей игре за Паладоса, потому что я не помню, когда я... Вообще, я играл за Паладоса даже или нет, я даже не знаю, нормально так. Ну, сыграй, кстати. Так, а мы играли как раз вот за Паладоса в прошлый раз. Когда? Ну, вот когда я играл в прошлый раз. У меня прогрызли, кстати, лол. Ну ты еще пару грейдиков сделай. Я этим и занимаюсь. Видишь, все будет ок. Да пофиг, это же тестовая игра. Да. Исследование завершено. С Дима такой, то нам, Сережка, можешь вырубать свой комп. Я тебя использовал. Так и есть. Так, ну чё, 9-3. 9-3, неплохо. Не, ну следующий-то я отобью, а дальше там вообще ночь протерпеть и день продержаться. То есть ты ляжешь, что ты уснёшь. Вот это рассказывай. Шерлок спрыгался. Ну началось. А я думал Найта построить, но у меня же немного не та раса. Ну началось. Тихо. Проси, о чем хочешь. Че, где там, молодец? Он походу не только комп перезагружает, а жизнь свою перезагружает. Построить дерево? Лол, а где Димины висп? А, Димины висп, вот они где. Да, ну я, конечно, нагрейдил в этой игре. Впервые вообще у меня так много грейдов. Впервые у меня больше, чем у всех грейдов. Ну да, вообще необычно. Обычно что это вообще не делаешь. Да. Кстати, а где наш обычный негрейдельщик? Так и все. Хотя не приедался? Ну, так-то нет, он общается даже. Нифига себе. Мы даже с ним до отец играли. Значит, я не попал в список избранных для общения. Ну ты в отец не играешь, очевидно. Ну тогда да, тогда все. Интересно, да.
Блин, Люблин. Нет, я должен убиться. Холодненько. Исследование завершено. Ребята, там долгий. Ну, Серегу ждал. Какой-то прям как верная жена декабриста. Куда нам торопиться? Так тут же это видео остановил или что? Нет. А мы ж так и он тут сидим прям. Видео-то продолжается. Солдат спит, видео идет. Укажите мне путь. Куда? Докладывать генералу о том, что. Докладывать генералу о том, что солдат спит. Вот сучка. Плохое видео. Стучит. Иду прикрыть солдата. Да. Ферму? Такого не знаю. Построить дерево? Так, сейчас двух харчей еще построю. Так, так, так. Постройка завершена. Мудрые слова твои. Ну что, 9-4. И мент контрольный. Вот дракон контрольный к тебе пришел. Блин, я к тебе хермита контрольного отправлял. Че за фигня? Почему пришел не к тебе? Так я все равно. У меня тут хермита с таким количеством арчей. Ну да. Фу, ты их не хермит, а фулборг. Фулборг, да, фулборг был бы поэффективнее. Ну-ка. Не, там-то он ничего не сделает, вот. Да, тебе ты чё? Ага, вон уже одного дракона. А, у тебя это герой? Я дракон фулл хпшный, вот гад. Пацаны, грызите, давайте, навались! Давайте, как я вас учил! О, вот мы его прислали, вообще неплохо. Глаза выклёвывайте! Два хермита, два командора, блин. Глаза выклёвывайте, да. Давайте, давайте, давай. Птичка, ты куда, дезертир? О, птичка сепаратист вернулась. Отлично, я же сказал, пробьём. А ты такой, да нет, да тут да никак, да как бы, ну. Кто сказал, что нет? Ты же сказал, что тебя фиг пробьешь. Чего? Я, в смысле, что я отправил этого. Я бы спросил Соломию как свидетель, но она спит уже. Смотришь, соберись. Я не сплю. Ты не сплю? Не сплю. Да ты сплю. Я не сплю. Сплю. Че, смотрю, у вас там весело. Давай быстрее, меня тут это унижают. А что я сделаю-то? Сплюнок всякие. Ну, в смысле, все, типа, мы рестарт. Типа это. Эта игра не закончена. Не закончена, лол, у меня арчи выпали. Все. Че у тебя кроме арчи еще было? Давай заходи речь. Какая разница? То есть, как бы у кого арчи-то ты победитель? Ну, вообще-то это смысл ЛТД. А. Вот оно в чем. Ну, я предлагаю стартовать. Пока Сломи не уснула. А на педали крути, чтобы тебя компьютер работал. Чего компьютер? Ничего. А, нет, так это ж... А, кстати, такая тема была. Мы же были на квесте «Выберись из комнаты», и там надо было шарик по лабиринту загнать в определенное место. А чтобы он крутился, надо было педали... Ой, чтобы свет был и видеть, куда шарик катить, надо бы этот... Надо было педали крутить. Это где? Это на Маяковской, там какая-то квест, что-то там. Квест Pistols. Ого. В смысле, это как бы одноразовое мероприятие или это где-то просто? Это комната, и ты из нее должен выбраться. Для нас оно одноразовое, мы уже знаем все секреты. Но это не периодическое мероприятие, это постоянное. Понял. Ты спрашивал. Сережка, походу, опять сам себе что-то обновляет. Вегас обновляется. Так хватит, может, что-то все обновлять? Может, так сыграем вот это? То есть я как бы специально, ты думаешь, что делаю? Конечно. А. То есть твоим компьютером бабушка управляет, да? Специально он делает. Бабушка пришла, Сереженька, пора обновить драйвера для видеокарты. Бабуль, я же в ЛТД играю. Он как координатор, короче, на этом. Самоуправление. Угу. Ну что, мы так же, не? У нас с ним демократия. Ну да, давай, передопик. Хотя я могу этого, в принципе. Да нет. Профета. Да профет хуже. Ну я тоже так думал. Постройка завершена. А чем вопрос? Завершена. Так, все, арчи, нормальные арчи на этот раз. Блин, ладно, не буду леспа строить, так что. Дай мне место там.
Блин. Мое сердце жаждет битвы. Ну и ладно. Опять у нас клевый аур. А что ты его продаешь каждый раз? Ну потому что краб, он как бы... Так как раз на меня краб все ок. Так в этой версии же наоборот краб улучшен. У него 925 хп. Так вот, у него косарь хп, у него как у медведя хп, ты сравниваешь? Оп-оп. А, нет, он... Да, у него 925 хп, как у медведя. У него 225, короче, угрешено. Так здесь же все слабые юниты улучшены. Пора бы это понять. Просто не трогай его пока. Потом будет места не хватать. Потом. В смысле продаж, я его улучшу. Ты его продашь все-таки. Какой продаж, я его улучшу? Так можно продать и улучшить, если что. Хотя лучше вносить раздор в ваши ряды. Тут мне периодически надо кого-то палочкой тыкать, чтобы ты сдохнул. Главное, чтобы в ногу стрелять не пришлось. Я уже задумывался об этом. С чего-нибудь. Так, Дима, слушай, у меня тут, короче, фармящий аура, у меня вот этот фантом. Да, ну, сейчас быстрее капитана построишь. Так подожди, какой капитан? Я сейчас думал, и хапать буду, и фармить. Ой, капитана, не трогай их. Пусть просто, блин, ты все равно фармишь. Ну, конечно, это первый раунд. Как бы, в основном-то мне все-таки можно фармить. Конечно. Конечно. Ну, в основном-то медведи у тебя. Да. Хотя у меня они тоже, наверное, будут попадаться периодически. Да, так ты вообще практически медведь. Кстати, мы посылаем всякую жесть, типа. Да-да-да, посылаем, что хотим. Ну, ну кроме 20 и 10. Ну, 20 и 10 вообще ничего. Да-да-да, я знаю, только я сейчас. Почему мы так долго отбиваемся? Че, Дим, мы с тобой обсуждаем, что посылать или нет? Я просто могу ему... Могу, короче, Урсу закинуть, и могу этого Хермита. Хермит скидываем. Нет, подожди, стоп. Урсу. Стоп. Дима специально без ММ создал такой, чтобы... Почту за честь. Чтобы парить? Чтобы, да, чтобы не обсуждать. А то же они не догадаются, чем мы посылаем. О, ну Дим, ну тут, короче, сам Бог велел, извини. Ну да, что бы делать. Сейчас как капну. Капну? Так что, это все, что ты можешь построить? Нет. Ну, такая... Что, мне целую линию строить? Да. О, понятно. А потом у нас юниты не дерутся. А потом... Так мы же вас раньше пробьем. Сережа, а где капитан, которого ты мне обещал? Да, вот это точно будет. Где капитан? Сережа, он тут же обещал. Я думал, ты молодец. Я ж тебя хорошо вел. О, Урса бежит. Хермитка. О, как раз против двух драконов рядом Хермит, говорят, самое то. Гром гремит, Урса несется. Ща не все в разные стороны. О, все, видишь, они в разные стороны начали бить. Все ок. Что-то у меня как-то странно. Арчи вроде нормально стоят, но бьют только одну. Она как мать, не знаю, Тереза. Ты... Как сумасшедшая мать какая-то. Арча Тереза. Так, у них имен нету. Понятно. У вас тут все надолго. Блин, Хермит раскиживший. Хотя вот подамажили каким-то образом. Не знаю, сплушом каким-то. Каким-то сплушом. Каким-то сплушовым образом. Дима до сих пор не понял, что драконов надо строить рядом. Вообще-то они были рядом. Тем более. Ну не понял. Ой, что-то, походу, и Мери что-то не понял. Я там Херми против драконов, рядом, фигли. И Мери пробили они, так. Они меня просто в разные стороны начали пить, и все. Отмазывайся теперь. Да-да. А чё, я-то нет. Ну чё мне-то отмазываться? Все отмазывается. У них бестовская солидарность. Да. Международная. Междувидовая. Межвидовая солидарность. Что на это стоит? Так, ну это, конечно, не капитан, но это айстрол. Ну это уже что-то. Это лучше, чем тележка. Блин, я, кстати, зафейлил этот ряд, ну ладно. Каким образом?
Ну видишь, как по ключевой игра. Пипец. Постройка завершена. Че, мне сзади строить еще? Постройте ферму. Ну, фермы нет. Ну, я даже не знаю, не строй. Блин, Дим, я что, тебе юнитов сам выбираю, что ли? Ты сам выбираешься их строить. Ух, похоже, сейчас я наоборот подфижу. Что ж такое-то? Да ну, пять шарчит, еще. В прошлый раз что-то у меня не пошло. Это что-то послал, наверное, что ли? Дракончика. Не, в этот раз фокус получше, без матерей Терез. Мать матери Терезы. Мать матери Терезы — это бабушка Терезы или нет? Ну что-то мне подсказывает. Да. Ну мать Тереза, она же сама по себе мать Тереза, значит ее мать — это ее мать, а не бабушка. Она же не мать Терезы. Мать Тереза. Как бы мать — это как, ну, не знаю, полковник там. Мать как полковник? Отличная тема. Ей никто не пишет, что ли? Это какое-то звание такое. В данном случае. А ждет ли ее кто-нибудь? Здрасте. Так, и Мере мы должны поднапрячь наши ресурсные базы и заслать им что-нибудь жесткое. Ну, я опять Урсу кинул. Внемлю ваши слова. Продолжается. А зачем на четвертый Урса, который я зачем тоже кинул? Отлично. Как прикажете. Наши сильные оппоненты. О! О. Дин, ну короче, я просто покажите самый победитель. Угу. Так, и Мере... Ты давай этого за. Ты давай Хермита, а я Урсу. Не хватает дерева. Не хватает дерева. Все отлично. Так. Ну я даже не знаю, что тебе сказать на это, Дим. Ну строй, что не говори. Просто строй. Ты все равно еще эту линию продавать. В смысле продавать? Несмотря на строй. Так криво ты построил. Ну и что, подумаешь, один юнит не вместился. Все, теперь продавать всю линию? Да. Не буду я, не буду. Ну все равно хрень всякую построил. Fuck the system, я не буду ничего делать, все. У меня черный экран будет, опять бабушка за комп сядет. Ой, Дим, слышишь, это Андрей. Вот так вот, да? Ну, тебе же от меня только капитаны нужны. Ты сказал, мы будем встречаться. Да, а как же в кино, как же в ресторане? Это как в этом, в нашей Раше, в Гомском Газмязе. Он не захотел в кино. Ну где, они типа как женская команда. И судья захотел контакта, скажем так. И я говорю, ну ты же девушка, сходи в кино, в кафе. И вот приходит на следующий день, плачет. Говорит, он не захотел в кино. Так, что-то... Так, что-то тут... Красного дракона проблемы. Все. Его запрещают как коммунистическую партию. А, нет, похоже, нет. Это коммунистическая партия всех запретит. Мне не ведом страх. Так, ладно, продолжается там интересная история. Ну, будет исполнено. Постройте ферму. Интересная история. Слушай, ты как ты умудряешься делать? Постройте ферму, постройте ферму. Что? Постройте ферму. Постройка завершена. Строить драконов? Ты имеешь в виду? Как приказ. Хотя нахрен он еще. Жду приказы. Готов. О, почти, о, почти. Ну, я думаю, тут с каждым шагом все ближе и ближе. Ну, он определенно ближе и ближе. О! Так, я Хермита отправлю. Боже мой. О, вот, нормально. Че такое ты, у вас там? Ты подожди, Хермит — это все, что ты отправил с 9-2? Ну, так я ж должен делать следующий игры. Я нашему рейдеру. Но... Я 7-й вообще-то коплю. Все, что я отправил Диме с 8-3, это Хермит. Так что норм. Ты как бы думаешь, все так просто, да? Нельзя просто так взять и отправить на 5-й волне. Ладно. Потому что после 5-й будет 7-я. No comments. Блин, Дим, да я просто ферму, короче, грейдил. Точнее, не ферму, а грейды делал. У меня дерева не осталось. Ферму до 200 лимита догрейдил, пацан. Прям сходу. И героя апнул. У меня аж герой, кстати, есть, лол.
Напомнил ты тебе. Все теперь. Да, Тим, я думаю, это плохая тема. Дальше еще строить Индо за 85. Тебе, конечно, от гибриды и нужны только аура одним днем. Ну, потом это 6, ну, 6-го тира. Кто там микрофон? Ну, не знаю, я его не трогаю. И я это слышу тоже. А у Эмери нет микрофона? Все на меня, значит, эти сайты. У меня он как лично. Оу-оу-оу. Привет, ты тут скрывался. Ну, так, я вроде поздоровался. Ты задолбал. Чё это опять за херня? Спрашиваешь. Это у него за компом бабушка сидит, а юнитов ему не бабушка подбирает, так что не надо. Ты строишь, я имею в виду, блин. Вот я нормально построю. Так где ты нормально? Вот задняя волна, точнее задняя линия у меня нормально. Ладно, в следующий раз посмотришь. Постройка завершена. У тебя вот от этой пушки гоблинской вниз и вверх пробил. Я вот не знаю, строить ли мне грифонов или строить мне всадника одного. Все равно эта линия у меня стоять будет сзади, пока твои медведи всех убивать будут. Что ты начинаешь? Вон уже собак стоит. Типа я накосячил, но блин, вот и виноват. Нормальная тема, всегда так делаю. Ой, лол, как больно моим мышцам. Куда, куда столько? Куда столько кого? Грейдов? Почему я 14 инкома? А, надо юнитов посылать, ёшкин. Хотя, я устрою вам просто пожар на 9-й волне. На 8-й. Вы там со своими медами? Да ягодами? Опять куда 3? Блин. Что такое? Чё может Серёжка сделать неправильно во время волны, скажите мне? Он посылает, ну, блин, я одну ауру послал, две. Короче, смотри, во-первых, у тебя вот тут кривый всё-таки. Вот здесь. Почту за честь. Да, мне кто-то герой антистакет, короче. Да-да-да, видимо... Так, окей, ладно. Окей, ну тут криво, но это я могу продать. Подай. Я готова. Сразу. Ты да, там можешь поверить. Да зачем это? Дива, ты сам на это подписался. Можно мне другого сесть? Союзника, так я нормальных разобрал уже. Что тут потребует? Подари ему линейку, лол. Блин, я ничего построить не успел за тебя. Из-за меня, из-за Эмери. Эмери тебя разговорами отвлекал. Очень интересно себе. Просто любую тему поддерживает. Да блин, я не знаю, что тут Дима на меня наезжает, то ему не так, это не так. Дина наезжает на тебя. Так, короче, Эмери, я пошлю стандартный боекомплект. Я, кстати говоря, могу вообще стабильно целую, ну, каждую волну тебе засылать. Или копить. Ну, мы на 10 не посылаем, поэтому копи. Ну, в смысле, не копи. О, нифига себе, меня пробили тут нормально. Так, они, короче, на платос почти протекли. Не, ну хотя нет. Что-то бьется. В мере, я же выбрал нормальный союзник. Я только больше вам зашлю. Как? Черт, я так старательно засылал, что как бы не посмотрел, что вообще у меня творилось с волной. Хотя, конечно, в Фулберге это такая тема, надо было все-таки командоров. Ну, я еще их успею на спамить. Чё вы за медведя ОП? Ну и чё, мне этих юнитов не улучшать, да, за 85? Нет, мне аура вообще не трогаю. Уж продавать их. Ну я там видел айстроль выпал под конец. Да. Там два айстроля даже. Ну вот тот, который... Вот, теперь у тебя есть смысл продать вот этого кривого. Кто-нибудь ранен? Продавай кривого. Айстроля? Да. Ну точнее вот всё, что там криво стоит. Вот, начиная вот с проекта. Я готов. Блин, я не хочу краба продавать, нам пришлось, ладно. Что? Краба? Ну да, без него вообще никуда. Особо ценный краб. <с <с
Да, из тролля это лучше, хотя сейчас не надо. Сова, дракончик, да ты какой-то Dragon Knight. Я просто чемпион по аурам, серьезно. Ты не видел мой видос, где у меня на 28-й волне две ауры были? Да, тогда вместе играли вообще. Мы там опять с Димой строились на меди. Но видос-то ты не видел? А, ну, слушай, вот тут как бы... Надо было все-таки профета брать. Так или нет, профету, если не знаешь, если хотя бы можно тыкать там на бесконечности эти ауры. А там, если не выпало, там за 5 рублов, то ничего не сделаешь уже. Вроде нормально, у вас должны пощемить. Хотя все ауры уже сдохли, к сожалению. Ну зато еще 170 юнитов. Так, мои пацаны вроде как даже отбились. Да. Кстати, еще отлично, сейчас снизу отобьемся, драконы наверх полетят. Видимо, они там с нужными. Слушай, лучше вот этих вот, с центра всех, троих. В центре, может, фантомов лучше? Нет. На 10-й фантомы не очень нужны. Окей. Черта, вы каким-то мифом случайно отбились? Угу, точно, совершенно. Лакеры просто. Пацаны, поднажмите капюшоны. Не, медведь тут со всеми разберется. Медведю вообще наплевать, кто тут прав, кто виноват, он всех съест. Ключевой медведь. Тот самый медведь, которого не бьют никто. Да. Его уже бьют. Других не делаем. Мое сердце жаждет битвы. Что ты мне предлагаешь в центре, да? Все три. Лучше. Ну и чё? Ну строй дальше, продавай хрен всякую, типа фантому. Фантомы, телеги, не знаю, что там еще. Хотя уже получается четвертую по линию. Ну, хотя, не, надо третью сначала словить хотя бы, не знаю, капитана там. Да фантомов продавай, они бесполезные, они лучше вообще. Да они вообще уже там, даже где-то это станет бесполезным абсолютно. Лучше. А, еще лучше, короче, трайпсманов. Ну вот я трайпсмана как раз оставил для этого. Дим, по-моему, у меня гарпи уже больше, чем у тебя. Ну да, лучше, кстати, их тоже все. Сейчас лучше. Фига себе, 9-8 уже у Сережки. Он молодец какой-то. Так, молодец. Да, зомби, конечно, просто интеллектуально развитые пацаны. Я не знаю, просто чтобы инком как бы не терять особо. Да, кстати, мы все, по-моему, одновременно до этого дошли. Ну, когда ты как бы смотришь, типа, надо послать, а вот на 10-ю нельзя послать, что же делать с деревом? Здесь изи. Дровку убили. Ну, тот период формления в начале как бы мой прошел, так что. Конечно, 9-8, что ты хочешь? 2500 в луе просто фармило. Просто лучше. Фармить не перефармить. Не хватает дерева. Приемлю ваши слова. Так, ну у меня целых 5 гарпий, думаешь, всех пятерых лучше? Нет, лучше 3 всех трайпсманов, какие есть. И... Машин Турат. Ну и там построй что-нибудь. Тяжело, посмотришь, как я там пока. Так, хавк. Ну что, у меня, в принципе, 3 грифона. Должен отбиться один хиллер, один кавалер у меня. Кавалер, кстати, норм, у него 180 атака и скорость боя высокая. Очень высокая, точнее. За Паладоса, что ли, играешь? Я решил, да. Взять чит. Еще потом будешь этих клепать, когда лимит закончится, хай пристов.
Не шачей можно бесконечно строить, они лимита вообще не стоят. Угу. Посмотрим, что по боссам-то будет. Угу. Топьем ли вообще? Сейчас вот этого должны бить. Ой, лол, как-то грифоны у меня очень жестко попадают под санкции. Да, вот интересно, отобьемся мы или нет. Так, у меня, в принципе, вроде все более-менее. У нас фокус может быть очень плохой. Хотя, блин, медведи, они очень много, к сожалению, чтобы их обходить, так жестко начали. Лол, я протек. Мири отбился со своими медведями. Да, медведи такие. Медведики здесь читерные. Лол, так эти вообще боссы не атакуют у вас. Да. Офигеть. Какие дела? Не, ну что-то медведи вообще читерные какие-то, нереально. Приемлю ваши слова. Типа их, наверное, сделали, чтобы наоборот они в себя дамаг не впитывали, но в итоге они стали от этого еще более читерными. Угу. Нормально их так обходили у нас. Ладно, я все еще в поиске. В активном? Очень активном. Как прикажете. Будет исполнено. Так. О! Что ты сделал? А. Вот он. Вот она, рыба моей мечты. Морепродукт твоей мечты. Ну и адмирал. Тоже хорошо. Так. Интересно, что на дуэли-то будет? Наши-то хоть будут стрелять по медведям, надеюсь? Да должны. Ну, по крайней мере, пока есть. Ну, правый фланг наш, а вот на левом не очень. Да, левый тоже. Там дракон уже сдохли. Наверное, без вариантов. Да, это изи вообще. Да, здесь скилл затащил. Ну, у меня боец давно уснул тут. Ничего, солдат спит, служба идет. Солдат спит в наглую. В наглую. Еще укусить пытается. Когда вас пробивать, говорите просто ваши медведи, а не как бы добивать. Славик сказал добивать. Ты, Серег, смотри хотя бы, что я уже послал. Нахрена ты посылаешь еще то же самое? Как, вот я не первый раз причем уже. Ну как тебе сказать, может у них драконы? Которые сплэшуют, может у них арчи? И что? Ну, одного убьют, второй подбежит. Ну блин, так ну, все равно, так у нас, допустим, вообще там командир ни одного не было. Так, Мири, давай стандартные ауры посылай, а я варлоков буду фигачить. Чего? Ну все, короче. Началось стояние. Да, здесь карта открыта, все равно все видно. Здесь видишь, мы видим, что они послали. То есть ничего. Ты видишь, что у тебя глаза закрыты. На, клокерки вообще дикие. Теперь ты их не видишь. Так, ну чё, арчи вроде держится чуть-чуть. Ну чуть-чуть там этих арчи. Да, игра обойди медведя, это реально забавно. Потому что медведи фигачат, там 200 дэмэджа.
Нет, 200. Хотя почти. Клокерки, клокерки вин. Да вообще пипец. Арчина стронг. Так, что бы вам такое отправить-то? Антимедведь. Нужно машины вам засылать горящие. Тогда победили. Что, мне дальше за 85 или как? На вертолет приходить. Стоя, чтобы нормально оружие все-таки все были. Ты два капитана генерал. За победу! Хорошо, я постараюсь еще что-нибудь раздобыть. За веру и народ! Как прикажете? О, мне тролля построили, тут ГГ. 6, 7 драконов, 6 драконов. Постройка завершена. Да, чувствую, сейчас мне очень, не очень полезно послали. А, вы 14-й копите, ну я спать пойду, ладно. Черный экран. Черный экран, да, такой, ой, пацаны, что-то я не знаю. Вот, ну. Я из тролля еще один улучшу. Ну, отлично. Все, давай, продавай все швали, вместо них четвертый тир. Ну, гикипера продай, там, ну, и, знаешь, что там еще. Спрайтов. Вотчера. Фанту тоже нахрен, там, фантома еще одного. Угу. Турет. Ну, короче, все. Вот это вот. Все фигни. Что много юнитов не нужно. К примеру, таких. Угу. Какие-то только слабых нужны. Сильно без них справиться. Ну, с троллям бы вообще нам надо сильнее. Сверху вам проблем сейчас будет, нет? Надеюсь. Ну, будут, наверное, но вниз должен быть хотя бы быстро. Не очень быстро. Угу. Ну, ты дело. Ну, там чуть-чуть. Нет, там три медведя еще четыре. Там пиво. Ну так тупят просто такие медведи, сломайте мне ноги. А у них ног нету, тем более. Вот это сейчас они начнут медведи нормально бить. Все просто такие. А, они не успеют. Я надеюсь. Не успеют, я сказал. Да, не успеют. Да что тут у меня 5 юнитов-то осталось? Ну, у тебя-то уйдут, а мои-то наверх. Да все равно, мне кажется, пройдет. У вас опять там игра на 2 часа? Да. Ну, а эти опять на меди строятся, значит, да. Пацаны, давай. Да. Да не, ну как вообще, медведи в этой версии ОП, потому что все тупят, даже РНЖ умудряется тупить при атаке. Че уж говорить про остальных. Внемлю вашим словам. Будет исполнено. Так, ладно, гидкиперов. Ой, какой улучшить? Продать. Улучшаю, улучшаю, норм. Да, вообще отличная тема. Готово. Ваша честь. Ваша светлость, да, милорд. Мне неведом страх. Так, все, вертолетик. Так, а нам с четвертого еще этот нужен. Лайфстил и дерево. И замедляющий. Да куча там всего нужно. На что жалуетесь? Мудманы вон. Медицину, наверное, оставить или тоже? Пока оставь. Пока... Ну, мне так ты не продавай их сразу. То есть пока место есть, пусть стоят. Все-таки это юнит. Ну, блин. Пригодятся. Там троллфайтер и вертолет. Ну, троллфайтер, предположим, не сильно нужен. А вот вертолет лучше, быстрее надо. Сейчас лучше. Так.
Даже воздушный юнит умудряется медведей обходить. Они какие-то, походу, вообще инфицированы чем-то. Все их избегают. Это как Амуму. Они горят. Нифига вы там копили всю свою жизнь. Да нет. У нас волна как раз. Поможет, поможет. Оба отбили. Достаточно быстро, прошу заметить. Как прикажете. Будет исполнено. Почту за честь. Ваша честь. О чем вы просите меня? Ваша честь, почту за честь. Ваша честь, это он что? Есть медведь замедляющий, короче. Медведь. И дерево есть. Ускоряющее. А еще и этот есть. Его не обтервиш-доктор. Да. А, да, пусть. Так его вообще не надо апать, он лучше ускоряет пусть. Ну вот я, короче, Магнотавра поставлю и... Ну да. Так, ну, лайфстил. Лайфстил, лайфстил. Трольфайтера продать можешь. Постройка завершена. Ну что, нормально уже, смотри на этих. Аур. На драконе, например. Так, послать, послать. Не хватает дерева. Ох ты, еще дерево, по-моему, да. Отлично. Кстати, вот, вот это вот, ну, не надо улучшать, которое в центре, а то улучши. Угу. Это мне мало в итоге есть кавалеристов. Что-то вообще. Странные стоят, остались. Не хватает дерева. Все. Не хватает дерева. Не хватает дерева. Блин, ну, капитан там стоящий, там еще играл. Блин, герой, кажется, сносит у меня вообще место. Герой не медведь. Если у тебя герой был медведем. Да, надо героя на медведя посадить. Да, все походу. Как я там не старался кавалеров строить, все равно. Да, все. Дамы меня пробили. Ну зато вон. Медвежья кавалерия осталась. Да. Ваша команда. Ну отлично, зачем драться с медведями? Тут один дракон летает. Исследование завершено. Все правильно. До дракона достать легче. У дракона скорости атаки больше. Все лучше. Высокая и очень высокая. Ну, очень высокая, это слишком много. Очень. Ну, сейчас еще и на 15 могу про... Не, на 15 это вряд ли. Так, верхний я улучшу. Блин, а что мне тут еще продавать-то? У тебя вон еще место свободного сколько. Как прикажете. Ну, тут просто все стоять будут. Ну, в центре продай. Ну, всю третью, все, что не ауру, продать можно, оно уже не сильно влияет. Потому что... Больше золота. Ну, Эпсмана тоже продать? Да. Эпсман, Гарпи. Ну подожди, пока не их. Они пока еще полезны. Блин, дело в стиле дурацкий. Дерево еще. Ну и все тоже лучше. Пусть замедла много не бывает. Исследование завершено. Ну, нормально доставить остальных. Расход. Ну хотя медицину надо можно. Да. Блин, может тоже короля загрейдить, а? Да ну. Потом не успеем. Подожду. Так долго отбиваетесь, я думаю, вы успеете. Блин, да чё кусок? Надо было походу не лошадь, то дерево нижнее. Оно бы ускоряло. Тебя еще. Ваши юниты почти атакуют, не? Нет. О, там медведь. Иди такой. Неудачливый. Пошли все-таки с нами. А нет, один призн расстался.
Так он в клетке, зачем? Мятежный признав пошел даже из клетки. А он мятежный ищет бури. Исследование завершено. Да. Блин. Чё-то я сплю совсем, надо было сейчас что-то вам наслать. Хотя толку-то было бы мало. Так, ну кое мере, что там? О, в мире немного. Файтер, опять Мишка, мир Маиды еще одна. И опять Мишка. Да, мы зафейлили, конечно. Сыгли и мере, пошли что-нибудь. Что-то там можешь. Какой-нибудь варлока, я не знаю. Не, или фигни. Я попытаюсь демона послать. Еще один вертолет. Да, я демона пошлю, а ты пошли. О, там всякие... я некроманта лучше за 390. Не, ну кракен-то вообще не то, что надо, конечно. Ладно, я постараюсь еще что-нибудь послать. Один демон, он с этого не будет ищет, потому что у него радиус меньше, чем у этих. То есть саламандр. О, успел. Ну, один-то в курсе саламандр радиус 400, а у демона 350. Он просто выйдет и по чем получит. Это великий демон. Он будет жить вечно. Это Слайер. Не, ну походу да. Этот неловкий момент, когда рейнджи тоже не очень атакуют. Не, ну они атакуют-то, конечно, чуть-чуть. Тех, которые вперед. Это даже тему вообще пока нет. Да. То есть просто победоносная армия так прорывается вперед. С боями. Ну, правда, один. Угненный лучник решил, что это не его война. Походу ничего не строил к этой волне, но пофиг, это арчи. Арчи против 16-й. Да уж. Это, конечно, не медведи, но... Пристав, все телепортировались, пристав такой задержался. Типа, я занят. Отличить. А нем говорит, я занят. Ну, реплику. Так, 3000. Блин, я два вертолета даже построил, ё-моё. Ладно, допустим, я их улучшу. Чё, медицинменов я продаю? Угу. Моё сердце жаждет битвы. Я готов. Блин, меня походу Вадим заставит греться и машину водить. Я не хочу. Там очень жёстко, правилам там чуть что. Что, ничего не делают? Что отрывают там? Будет исполнено. Что же? Блин, тут еще один вичдок. Это права от твоего сердца. Российские права. Собирают в Греции. Не российские, а международного образца. Какой международный? У нас российские. Они действуют за границей. Да? Вот это новость. Постройка завершена. Не, ну там-то на самом деле жестко. Там могут запретить въезд в Евросоюз. Не, ну это смотря кто попадется, конечно, сколько у тебя будет денег халявных. Греки, наверное, не очень привередливы. И не надо ли ментосам в это время оливки собирать, потому что в Греции там, когда я был народом, там как бы каждый человек, он собирает оливки и еще что-нибудь. Там чувак лет 30 оказался 15-летним школьником, который тоже собирает оливки, ну, который там на пляже дети, лежаки выравнивал. Угу. Сколько ж там оливка, главное, куда они все идут? Ну, по всему миру расходятся, в общем-то. А, типа только там их прерывают? Только знаменитые родосские оливки, это после уничтожения колосса Родосского остались оливки. Да уж, а что там, кстати, вообще ничего не осталось? Чего ничего вообще? Вообще ничего не осталось. Колоссов там? Я не смотрел, не ездил на то место, но, видимо, нет. Раз туда не возят толпы туристов. Ну да. И думаю, если бы там хотя бы, не знаю, там... средний палец левой ноги остался от него, то уже бы возили народ. На средний палец посмотреть.
чё, лайфстила у нас так и нету, да? Нет, зато есть три вертолета. Это лишнее. Там. Да под кого лайфстил, ты ё-моё, там медведи все равно не бьют. А когда бьют, там уже весь лайфстил умрет. О, блин. Да, это неловкий момент, когда лайфстил умрет быстрее, чем милишные медведи. Ну давай тогда пятых. Там надо это тогда. Голиафа. До босса в идеале построить. Только что мне продавать? Ну, третьего, блин, не знаю. Он строит третью линию. Блин, а толку, если не все стоять будут? Может, перед медведями? Все равно они медведей не бьют. Ну, давай. Там танков много, в принципе. Перед. Не, блин, ну не тут же, ну. Ой-ой-ой, точно. Давай. Отмена, отмена, отмена. Ну, блин, не успею. Ну, еще и полезно. Ну, ладно, оставь одну. Че, лину ставить? Да, нельзя продавать, да. Постройка завершена. Такая лина среди медведей. Маша и медведи. Внемлю вашим словам. Постройка завершена. Еще одна лина пожаловала. Ну, тут на очень полезной волне послали. Но все волны, кроме... Да все, да. Уже нету волн, когда пробивать. 16-я разве что была, но судя по тому, что получилось... Так, но это вроде тоже аура. Нет, Виндиго не аура. Не Виндиго, птичка. Вот это да, птичка, да. О, туда, кажется, еще хп грейдить можно. Ну что там, куда столько хп? На будущее запасаемся. Угу. Ну, походу тоже на будущее запасаемся. Я уже клика задолбался. Ну да, вот мы, походу еще это нам дерево девать некуда будет. Давай-ка это пошлем мы что-нибудь 19-е. Лучше. Стой. Да, все. Куда столько грейдов? Ну я знаю, что. Спам. А чё? Чё бы нет? Миша, нет АУЕ? Тут у нас у каждого ни одного АУЕ юнита нету. Никаких арчей, никаких драконов. Ну. Станище грантов пошли. Плохая идея. Судя по звукам, ты там станище гурей послал. Ты я слал станище гурей. Другая. За веру и народ. Гигантские пауки. Нет. Как будет исполнен. Нас атакуют гигантские пауки. Готово. Я готов. Ой. Ладно. Постройка завершена. Так. Ну и чё, эти оперейшены, они как бы стакаются или нет? Два улучшенные, не улучшенные стакаются, да. Верно такая. Вот Disciple, у нас тут ману. Кому регейн? Медведям. Окей. Ну и верно, пускай стоит. Дальше строим. Не знаю, пускай стоит, а зачем, но верно. Ну, потом продам. Разве что. Логично. Вот этих четверых потом не продам. После 20-й. Не хватает дерева. Просто чтобы хотя бы отбиться пока. Не хватает дерева. Не хватает дерева. Оп-оп. Вот это спам. Что-то забыл, что хотел спам послать. Воу-воу. Что это за контрольный волк? А что там, волк еще вошел? Не, отвечу вам той же любезностью. Стратегическим волком. Чей волк круч? Да, ну Таурен, конечно, ваша стратегия лучший герой. Что не говори. Выживает. Да. Кстати говоря, да, Дим, что там по героям-то? Турен у вас. Ты его не видел? А он есть. Я его что-то не видел вообще. Ну, что поделать.
Так. Да, не надо догрыживать, теперь не на что дерево тратить. Зато мы так дуэли пошлем. Ты вряд ли нам поможет, конечно, но пошлем. Да ничего. У нас было ему меньше, значит. Мы же продаем юнитов, пачкаем. Ну то у вас качество. Ну, на двери важно количество. Кстати, а тут... Как не... Слышите, две клейки тут есть еще. Где? Ну... Сзади? Да, сзади. Все продам. Будет исполнено. Вот смотри, видишь, в этом волне и в самом низу. За победу! Ага. Поторопись, человек. О, Шарлотта. Но она мисс кидает, я ее оставлю. Да. А тут у нас, блин, три оперейшн, какого хрена? Че, двух хватит, да, всех остальных продам потом? Как прикажете? Так ты улучшил хоть одного, так ты двух лучше, а одного не улучшенного оставь. На что же они... Сверху лучше, это тоже оперейшн. Так, ну че, судный день. Угу. У нас там даже пуч стоит. Ну тогда все. Сейчас. Это будет очень легко. Я верен клятве. Блин, надо было что-то построить с какой-то стороны, что типа там, зафризить хоть чуть-чуть. Хотя, в принципе, черепах не зафризишь все. Так, ну одну мы вроде убили. Че, в один? У тебя даже вроде как все. Ну, это одна пройдет, две, три, ладно. Ладно, короче, мы доиграли. Причем мы... У меня сколько? У меня... Ну, мы оба доиграли. И мы в это играли. 8, 9. Ну, у вас, блин, я был почти дохлый. Так, ну что, Эмерь, ты первый, давай, готовься. Я даже Серег, микрофон. Ты тут? Да. Давай я по фокусу, ты похиляешь первый. Да, что тут прям вообще? Трихардец. Еще будете играть? Вряд ли. О, не ту бью. Блин, не по ней попал, а? Стой. Блин, как по ней попасть-то? Это лол. Худая черепаха. Че, вы хилили? Нет. Еще не понял, это чьи хп вообще? Вот это что ли? О, наконец. Тогда не доиграли. Че, Сережка, хилишь? Если бы я не был таким криворуким, нам бы хилить бы не пришлось. Хотя, ну ты там и мере давай, на грани, делай все, сейчас добьем черепаху. Да не, будет хиловаться. Да блин, ну это моя криворукость, блин. Я волну решил пустить из-за этого. Обедоносная волна. Внемлю ваши слова. Во имя света! Да свершится правосудие! Нам хилять вроде как особо не надо. А вот вам надо второй раз. Да, прикольно, что мы лучше отбились. Я верен клятве. Да я думаю, нам не надо будет хилиться. На, он добили. Это тут реген достаточно такой, не перехиливает тоже, по-моему, одну черепаху. Ну, еще 8 тысяч хп. Ну, не перехиливайте пока. Да, видимо, будет. Я, короче, свернулся и как пойдет. Ну такое себе, Дим. Похоже, нормально. 1800, 1600, 1500. Да ну нахрен, одну черепаху, чувак. Ну чувак, ну давай ты это сделаешь. Но он не очень это делает. Там пора хилить, не? Пора. Там было 2-2-8, вот ты какой. Да, жалко, что, конечно, я вот я так зафейлил со своим фокусом.
Да, подготовка к дуэли немного разная, скажем так. Я там умудрялся не только криво фокусить, еще и демонов посылать. Я думаю, как-нибудь без этих. О, а юнитов-то построить? За веру и народ. Командо опять, ну что же такое? Я готов. Ох, трех птичек успел построить. Я ничего не успел построить. В принципе, пофиг. Мне неведом страх. Ну, конечно, 200 голды уже не решают здесь на дуэли. Мне кажется, 1000 и 2000 надо давать. Там демоны сражаются. Ну а Тауэр-то тоже дофигища. Ну, похоже, вы победили. Хотя. Хотя нет. На юнитов смотрел, на обстановку не смотрел. Теперь понятно, что мы выиграли. Ну что, 200 голды на таком этапе. Это просто, ну как бы, да, пацаны. 200 голды. С другой стороны, мы вам голды кучу не дали. Каким образом? Ну потому что мы отправили где-то порядка на 600 инкома, и эти 600 голды вы тоже не получите. Офигеть, как круто, блин. Косарь. Косарь. Когда у всех уже там по 20 косарей инкома, по 20 косарей в луе, точнее, косарь. Пацаны, ну пацаны. По 20, у кого-то там еще 10 даже нет. Да, забей, ты же молодец, тебе много не надо. Да. Так, че, этого зомби я продаю. Алхимика продаю. Чем вы просите меня? Дисайпла оставлять второго лучше, но мне. Что за честь? Пусть будет первый убит еще. Внемлю вашим словам. Готово. За веру и народ. Медведь. Будет исполнен. Круто. Почту за честь. Готово. За победу! Постройка за. Блин, поздно уже. Че, пускай мне будет свой медведь. Хорошо. Ну, Сережка, я думаю, это тебе не по карману. С прочими шлюхами. Что-то да, Аврора у нас там. Как классно вообще сражается. Ну, правильно, то сразу бегут, умирают. Когда-нибудь подерутся. О, вертолетик такой. Бой. Они там по необходимости подходят. Смотри, герой у нас с ледяной броней. Я вообще нашу героя не вижу, если честно. Ну он там, в куче медведя наверху. Смотри, вышел такой сейчас. Вообще получит по щам. Перетонул. 80, все. Получил по щам. Да. Мои птички оказались сильнее, несмотря на механику варика. Плевать. Fuck the system. Ваши птички тоже, кстати, ну, по идее, типа, вот это лучше, самое лучшее в варкрафте гипогрифы, это лучшее в арке контракт воздуху. Антиэр. Да. Че, он даже у этого? Он даже драконов убивает таких? Не, ну, понятно, что один гипогриф двухлимитный не убивает дракона семилимитного, но если по количеству золота и по количеству лимита, тем более. А если на него лучницу еще посадить? То фигня получается, у него вместо 60 атаки 15. Мое сердце жаждет битвой. Дига продам. Дига? Как прикажете? Дига продам. Почту за честь. Ты против гениев? Готово. Готово. Я готов. Что-то я не знаю, начну что ли эту хрень делать. Постройка завершена. Две шарлотты у нас стоят нормально. Шарлатанки. Я одного юнита строю и продаю. Это нормально, нет? А у тебя там... О. У каждого свой ЛТД. Отлично. Ну чё, по-моему, я всё здесь собрал. Ну, кроме... Да, всё строишься. Чё, теперь последних строить? Ну, да. Перед медведями? Угу. О, построил вообще. Нормально. О, мамонты идут. Мамонты. Контракт медведям пришла. Мамонты идут здесь, как люди в метро, когда этот очень много народу. Я сюда-то хожу.
Постолкиваю всех. Не знаю, что рэперы в широких штанах ходят. Я достаю из широких штанин. Блин, а как тут зум сделать? Не знаю. А, все нормально сделал. Че, работает зум? Да. Даже 140 сделал. А, так ты зум 120 наоборот приближает. А стандартный тут 140, да? Видимо, да. Я просто колесико мыши случайно крутанул и короче. Я 160 сделал. Ну-ка. Сейчас сломалось. Сделай 1060. Воу, зум 200. Ничего не понятно, зато все видно. Черт. Зум 450. Боже мой. Воу, я в космосе. Ну-ка, если 50. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Ну, тут можно в деталях мангуарду разглядеть. Как прикажете. Классно. Моя мечта сбылась. Ты руководи мангуарду, тогда лучше камеру. Как прикажете. Готово. На арчера посмотри. Что за честь? Готово. Поторопись, человек. Готово. Готово. Так, не все, я вернусь к истокам, наверное. Постройка завершена. Ну, 200 нормально, в принципе. О. Так. Дерево хиляющее ставить или последнее? Хиляющее. Последнее хиляющее. Как тебе моя двухколовая армия? Мери, только не шли всяких големов. Всякую фигню не шли. Но он контрольного мента отправил. Че, последним куда играем? Фу, смотри, кстати, у меня как стопает лайн. Просто фризер. Не знает. Огры Баша. Ну. Смотри, я там еще. Стан. Ты, кстати, смотри, какая тема хорошая. Смотри, они еще не вышли. Все ок. Это, конечно, не пристыдно, но все. Это круче. Тролль, дезертир, лол, смотри, тролль. Мери, верни тролля, гад. Верни тролля, я сказал. Вот они только сейчас пойдут. Обалдеть. Чем это? Классно. Что, мы вообще там все сейчас так называем, что, блин, даже мне компьютер лагать будет. Там молнии еще такие. Спецэффекты крутые. Да вызывай уже там. Мерь, ты посылай там, посылай. Давай там шаманов всяких. Знахаря вызывали. Знахаря вызывали. О-о-о. Совоубийцы. Кракена, в принципе, можно послать. Они толстые, блин, они не очень. Да, с таким зумом чувствую, у меня комп взорвется просто начало волны. Позвал уже. О чем вы просите меня? Будет исполнено. Мое сердце жаждет битвы. Готово. Готово. Я готов. О чем вы просите меня? Как постройка приказать? Завершена.
Почту за честь. Будет исполнено. Блин, задолбал ксикать. Мое сердце жаждет чем битвы. Могу помочь? Кто-нибудь ранен? Да, да. Чем ты можешь помочь? Прокликай мне ногу в башню. Не, он не будет помогать, он не коллаборационист. У меня это, один голды осталось, просто вообще на все. Ну, Акрбашер, давайте, блин. Башьте там, как никогда не башили. Фиг да. Пойдем, как тебе моя армия. Ду-ду, глава. О-о-о, ничего себе ты даешь. Какие ты вообще отдаваки. Да, офигеть, Андрей был прав, лучше строить вот так вот, ну, именно лесенкой, потому что у меня три линии буквально, но эти три линии растянулись там. Нормально. В смысле лесенкой? Ну, не прямой линии, а лесенкой. Я просто боялся, что если строить лесенкой, то слишком будет растянуто. Но все идут. Ну, с такими проходами я боялся, что будет слишком все растянуто. Ну да, что вообще здесь отбились. Они где отбились? Нет. Слушай, ну что-то у меня проблемы, несмотря на то, что у меня куча всего было. Так это было. Но медведей у меня нет. Мне бы вот к моим арчам медведей бы еще. Что-то я еще не понимаю, с ниса добьется, он добьется. Ордос, там люди полным-полным. О, и Мерипро. Да, не, все. Если добьется, у вас там медведи вообще миллиард. Уже да, уже видно. Терцентр при медведе поддержки должен убиться. Ну, друг. Да. Не ожидал такого ЛПГ. Я еще доспехи сыпятся, но уже волна закончилась. Началась. За веру и народ. Постройте ферму. Ферму? Что это такое? А чем вы просто меня? Готово. Постройте ферму. Постройте ферму. Постройте ферму. Постройте ферму. Короче, ладно, если мы все равно, короче, там ферму. Сверху они стопаются, я лучше вот так буду строить. Вниз? Постройте ферму. Постройте ферму. Постройте ферму. Они как бы как стопаются не сильно, но долго уже. Хотя против рожей не сильно долго, против конечно, это долго будет. Хотя подожди, не строй так, да я тут продолжу. Потому что я же не смогу ниже. Мое сердце жаждет битвы. Будет исполнено. Почту за честь. Ну я этих продавать не буду все. Ну просто так, у вас оставь все. Да, ниже не строй, ты выше строй. Ну что, это все равно пройти там вниз пойдут. Если мы не затопьем, то они уйдут вниз. А у моих прилетит вверх, поэтому да, их можно ниже строить. Одни тогда лучше вообще сверху будут строить. Тебе? Ну. Нет, это через две где-то линии, просто вот моих вот этих нижних медведей строй. Блин, а часть уже наверх что-то идет. Тролли, диверсанты какие-то.
не хотят сражаться с моими пацанами вместе. Вот танк пошли, ничего себе. Это Сережки так пропернул на танке или что? В смысле, он шестый его давно уже строит. Не, он тут три танка. Ну понятно, что он не за 18 там танк построил. Ему настолько проперло, что он здесь. Я капитана волны до 15 искал. Вперед, так вперед, плыл, смотри, до сих пор еще наверху. О чем вы просите меня? Ну, у меня уже почти все. Отличная страта. Да, это будет самая длинная ЛТД в истории 2. Нет, это все-таки длиннее. Да? Там вообще та длиннее было, да. Там мы отбивались, не знаю, минут по 5 каждую волну, если не больше. Я тут сказал сломить, что тут на 40 минут как бы выступишь перед Египтом нормально. А во сколько у вас выйдет? Да в 4. 4 утра? Ведь нет. А, ну нормально. Ну, еще чемодан собирать. Да ну, ладно, еще чемодан даже не собрали. Так это нормальная тема. Да. Интересно, у нас во сколько будет? У меня девушка там еще дня за три уши все подготовила, потом сидела, перепроверяла еще раза два-три. Это не наш метод. Ну. У вас есть особый питерский метод, я не пойму. Да не знаю, мы столько раз уже меня отправляли из Киева за... Сколько раз там был? Очень много. Что мы уже... Сборы — это вещь привычная. Да, не вдухуешь, это тайгу едут. Чего не взяли, купим. Купить можно всегда. Главное, блин, взять там, ну, нам электронику сюда там взять, и деньги, документы, все. Все остальное херня уже. У нас отель, кстати, 72 тысячи квадратных метров. О. Маловато, тебе не кажется, нет? Я промолчу. Это же не номер наш. А жаль. Так, ну что, где строят? Не знаю, я... А, ну вот... Где дерево? Ну, на этой линии. Видите танк, тоже можно. Давай танк. О чем вы просите меня? Я жду приказа. Мое сердце жаждет битвы. Слушай, этот Мери, давай я продам маршрут 10. Вон, Мери, видел? Вот оттуда. Вот оттуда точно не уйдет к тебе. О. Поторопись, человек. Ну вот здесь вот теперь я спокоен. Фух. Ну, очень сложно будет пройти. Этот-то все равно к тебе верхний придет, а вот тот, может быть, телок будет. Что-то зевок, переходящий в чихание. Это чихание было обычное. Будешь здоров. Спасибо. Нормальный человек у тебя. А как же не быть лапшой там, расти большой, все дела? Да. Ну, этого тоже никто не сказал. А, ну норм, короче, как Мери подстроил тролля... А, не-не-не, вот крайний дезертир. И Мери правого продавай, короче, накол его. А, не-не-не, все дезертируют, лол, где бы ты его не построил? Его даже гвоздями к земле прибей, он все равно дезертирует. Так там смоку поставьте. Это вот вообще, ты знаешь, где... Ну, где как бы на мид поворот вот туда. Оттуда враг уйдет уже. Поворот не туда. Так, ну что у нас на топе еще все хорошо? Тоже полволны заковыряли. Давайте. Мне кажется, или они там у тебя вообще тоже кого-то убивают? Они убивают кого-то, конечно. Так они из стана просто не выпускают, и все. Там нормально покоцанные смотрите. Там пол юнита убили. Да нет, ни одного даже. Смотри. Ну, кого-то убили уже, а кого-то. Кто-то просто покоцанный. Жалко, что на 28 это все не сильно сработает, потому что верх пробьют вообще моментально. С группой не было лимитов, не ваншот их просто. Да, вот на 28 это мы точно все проиграем. Да не факт, кстати. На 30 точно.
30-я дата вообще без вариантов, а вот... Ну почему, у нас хотя... просто раз он 30-я сверху стояла, и у вас сверху стояла. Да? Как они их... Тот, что эти монотавры вообще бешеные. Я не знаю, чем их убивать вообще. Ну давайте, если дойдем, кто-нибудь посылаем, что. Попробуем их отбить. Монотавров, наверное, надо этими алхимиками, разве что под стероидами пробивать. Ну, потому что грифоны точно не держат. Я помню, На грифоны 28-ю это вряд ли сдержат. Может, феникс там? Феникс, кстати, да. Может. Ну, фиг знает. Мне неведом страх. Феникс 2600 как хп. Прикажете? Ну, фиг знает, но может быть. Почту за честь. Как прикажете? За веру и народ. Ух, я рискую, если вся эта фигня не пойдет в бой, конечно. Готово. 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 Я готов. Постройка завершена. Ой, мере, если отсюда пойдет тебе. Нет, ты можешь это, они же лимита вроде много жрут. Ты можешь, если они жрут лимит. Если не жрут лимит, ты можешь не продавать. Не жрут. А, тролли не жрут? Мне неведомо. Вы там постоянно что ли контрольных ментосов шлете? Ок. Так, на этом игра держится вообще. Чтобы вы знали, это как перчатка в лицо. Постройка типа, сударь, завершена. Добро пожаловать на дуэль. Пройдите на диванчик. Пройдите на дуэльку. Там уже гнолы, я смотрю. Да, гнолы, гарпи. Максимальное замедление. Ну а чё гнолы, а так спид замедляет нормально. Че, прикиньте, на 27-й все срём. Начинаем. Это будет смешно. Давай, Мери, короче, эти шаманы, варлоки, демоны, все. Ой, я что-то Пуджей зачем-то послал. О. Красава. Вообще нормальная тема. Танковать. А, я слышал, да, нормально. Чё-то этим пацанам пофиг на башеров, походу. Нет, на этом еще партия башеров. Всё. Хотя мы походу этой мере такими темпами дерева, наверное, не истратим, да? Или истратим? Наверное, не истратим, блин. Дима там вообще по максимуму. Чё? Все, что мог просто. Не, не все. Я выборочно тоже послал, на самом деле. Окей, айс тролль, я вижу. Ну, айс тролль, а так спид замедляет, вообще отличная вещь, на самом деле. То есть, ну, допустим, сейчас у всех шестые тиры, да, и он там, ему херак. Плавно, да, так спида. Помочь полезно. Блин, даже не знаю, но можно этих еще послать. О, лол, меня пробили. А, ну, кстати, неудивительно, учитывая тип армора и атаки. Точнее, тип атаки, в первую очередь. Что у нас, когда снизу ребята придут? Ну, смотри, как их много еще осталось. Ну там медвежий щит держит. Возвал уже по всем. Блин, я просто и силой ветра, и земли, и огня, и вообще. Может, второго демона кинуть? Ну, если у тебя есть, то кинь, да. Офигеть, за тинком это вообще. По два косаря просто. Но мы дуэль выиграли, 200 голды каждому. Вы еще и первую выиграли, так что там 300. Напрашиваясь на шутку. Не очередного, да, тракториста выиграли. Как прикажете? Почту за честь. Блин, не, мне так на ферму не хватит, надо сначала ферму грызнуть. За веру и народ. Готово. 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 За победу! Слушаю. Мое сердце жаждет битвы. Постройка завершена.
Я жду приказа. Мне неведом страх. Вперед. Я жду приказа. Вперед. Мое сердце жаждет битвы. Фух, это пипец какой-то. Что происходит вообще? О чем вы просите меня? Да ты улучшай их лучше, не строй просто кучу. На что жалуетесь? Мне лучше надо. Жаждет битвы. Строй не дать. Вот их всех лучше, кроме одного дерева. За веру и народ. Так, этот посылать. А вот тоже. Спасибо. 10 дерева. Нормально. Жесть, это просто пипец, это отборные войска какие-то. О, даже волков Дима послал, гад. Я думал, это будет моей фишечкой. Не, шары про полезных чуваков. Против медведей хорошо, кстати. Ой-ой-ой, давай, беги, тролль. Так, что-то у нас вообще башеров просто. Со созвучных названиями сделали с ними. Кстати, смотри, еще стоят. Башеры-то держатся. По трое, смотри, идут. Бой. Ничего, тут следующая волна. Давайте, ребята, оживите. Че там, как у нас внизу? Ну, как-то все. Че-то внизу не очень получается пока тоже. Ну, хотя, знаешь, как-то... Да не, отобьем. Не, низ отобьет само собой. Просто вопрос, как он придет. Да и вверх отобьет. Смотри, там еще сколько на меде стоит. На, походу. Походу, наша страта все-таки лучше. Да, медведи сильнее. Нет, не в медведи делаем, что вот мы держали. А что у нас он отвод на 5000 в ЛВЕ. Ну да, если не больше. То есть он у нас как бы верхние вот эти вот катапульты только-только вот сейчас считай начали драться. До этого они огров-башеров фигачили. Там как бы пока они только с огров-башерами разобрались, у нас низ уже отбился, и все мои медведи пошли лишь наверх. Фиг знает, у тебя очень много медведей просто наверху стояло. Нет, они не дрались. Они толком. Все ждали, пока подойдут. Ну они да, они-то и не дрались. Там где-то 8 медведей, сумок. Это что, много что ли? Не, немного. А внизу еще 40. Не, ну просто тема в том, что у тебя основной валуета, и вот это твой основной валуета. Ну то есть медведей у тебя больше, чем у Эмери. Да. Ну, видишь, Эмери сам не отбился. То есть, ну, без. А в прошлый раз мы, кстати говоря, притекли. У нас медведи в прошлый раз не было. Я отфокушу еще. Вот что значит, не сдавайся. Да. Бать, это мало что поменяет. Ну, волна такая, ну, просто сжигающая, жиросжигающая. Все, фокусить уже не обязательно. Хил. Ключевой. Ну нет. Варлок бежит по кругу, смотри. Сиську, бей сиську. Мочи сиськи. О, да. Отлично. Все, видно. Я тоже в номинации есть. Пипец. Сколько там играли? Час 19. Час 20. А тот был, не помнишь? Там час 45. Там час 45. Шесть. Тоже норм. Там мы подальше прошли. Ну это да. Там 30-я была. Угу. Ну чё, ладно, пора со всеми прощаться. Всем счастливо. Всем пока. Всем пока.